Приветствую вас, друзья и недруги. Я люблю, когда на съемках моих программ гости зажигают. Ну, когда они танцуют. Я сам танцевать не умею. Вот это, знаете, как в том анекдоте, а ты ходи, ходи. Вот, во-первых, мне не надо задавать вопросы. А во-вторых, пластика человека, о нем порой рассказывает гораздо больше, чем слова. Так могу. А чё ж сыграть-то? Мурку. Браслеты, шляпки и жакеты, разве ж я тебе не покупал? О, совсем другое дело.